Всем привет! Вы смотрите «Импульс 1016». Моя самая... И моя самая. Ух ты, перебивает еще в самом начале. Ладно, наша самая любимая программа для детей. Да-да, только для детей. И все потому, что мы смотрим мультики, играем в игры и веселимся от души. Сегодня в студии Кирилл Михайлов и Полина Дашкеева. Начнем с анонса. «Каблучок» – ансамбль народно-сценического танца. В гостях у ребят побывала Мария Галицкая. «Киномашка». Сегодня нас ждет аж 4 новинки. Кино и мультобзор подготовила Полина Усманова. Кто не любит пиццу, тот не я. В рубрике «10 фактов» наши коллеги расскажут об этом итальянском блюде. А еще мы, как всегда, немного поиграем. Сегодня Саша Лычайгин выбрал очень необычную игру. И вместо привычной подборки танцевальных видео, Аня Харитонова расскажет нам о том, как она набрала столько подписчиков и лайков в одной из социальных сетей. Ну, обо всем по порядку. Первый сюжет расскажет нам о танцевальном ансамбле «Каблучок». Не так давно ребята ездили в Казань на международный фестиваль достижения. Там они взяли гран-при. Далее слово Марии Галицкой. Трудно поспорить с тем фактом, что все дети любят танцевать. Коллектив в нашем городе очень много. Хип-хоп, брейк-данс, множество разных современных направлений. Но ведь мы все забыли про существование народных танцев. А ведь именно в нем заключается вся наша культура. И о ней очень важно помнить. Именно поэтому сегодня я хочу вас познакомить с детским объединением «Каблучок». Ребята регулярно собираются для занятий здесь, в Доме детского творчества. Ого, как их много! Все, держите, вам понятно? Ансамбль народно-сценического танца «Каблучок» существует очень давно, аж с 2008 года. Его цель – не только научить танцевать, но и объединить детей разных национальностей, дружить и познакомить с культурой дружеских народов, с культурой танца. В этом ансамбле у нас все национальности – и русские, и украинцы, белорусы, нагайцы, кумыки, черкесы, аварцы, все-все-все русские, все у нас народности. У нас единственный коллектив в Новом Уренгое, многонациональный. Это, как вы уже, наверное, догадались, руководитель коллектива Ирина Владимировна. К своей работе она относится очень трепетно, и это видно по результатам ребят. Кстати, детей в ансамбле аж 130 человек. Не так давно они ездили на конкурс «Казань». Там юные танцовщики завоевали гран-при престижного международного конкурса фестиваля «Достижение». Ребята очень много работали и тренировались. Уезжая на конкурс, они понимали, что тренироваться будет негде, поэтому и решили еще раз отрепетировать один из своих танцев прямо на перроне железнодорожного вокзала. Какие молодцы! Награда не заставила себя ждать. Юные танцовщики взяли гран-при и первое место. Мы предлагаем вам посмотреть кусочек выступления самого фестиваля. Радость, счастье на лицах и заветный кубок за проделанную работу. Ребята гордятся собой и своим коллективом. Почему решил пойти заниматься сюда? Потому что тут развивается больше всего физика у пацанов. Потому что работаем и физически, и умственно. Слушаем музыку, делаем движения с акцентом. Почему решила пойти сюда заниматься? Потому что здесь хорошо. Что самое сложное? Самое сложное – это когда коллектив работает и из-за одного человека может пострадать весь танец. Ребята, покажите мне пару движений, я тоже люблю танцевать. Скажу по секрету, я не один год занимаюсь спортивно-бальными танцами, но повторить так же, как и ребята, я не смогла, хоть и движение было очень простое. Вот так здорово, весело и самое главное, с пользой можно проводить свое свободное время, изучать культуру родной страны и самое главное – танцевать.
Как круто! Ты видел, с какой скоростью ребята двигают ногами? Я бы так не смогла. Даже у Маши не получилось. Ага, а ведь она давно танцует. Ой, ну и ладно, не получилось и не получилось. Зато какой сюжет сняла. Вот всем бы так уметь. И танцевать, и снимать, и тексты учить, и с первого раза все перед камерой говорить. А я могу, умею и практикую. Ой, все. Звезда ты наша. Корона не жмет? Нет, это мой размер. Давай не будем отвлекаться. Давно пора представить следующую рубрику «Киномашка». В этот раз мы расскажем вам о 4 новинках кино и мультпроката. Давайте скорее смотреть. «Киномашка дубль 2. Камера, мотор». Всем привет! Это «Киномашка», наша самая любимая рубрика о кино и мультфильмах. Сегодня я, Полина Усманова, расскажу вам о всех самых крутых новинках. В этот раз их 4, и все потому, что мы ни одну картину не имеем права не анонсировать. Все очень интересное, крутое и яркое. Итак, первый мультфильм – это «Мега-щенки, электролапы» и «Шиммер и Шайн». В бухте приключений появился коварный злодей – Капикот. Он обладает такими же суперспособностями, как и мега-щенки, но почему-то их ему мало. Его цель – стать самым сильным в городе. Капикот собирается похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит с собой базу щенячьего патруля. А Шиммер, Шайн и Лея предстоит новое задание. Волшебные божьи коровки улетели из дворца принцессы, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях. Вот такие приключения, ребята, ждут наших давних мульт-друзей. Мы с вами можем поддержать их лишь просмотром. Ну а теперь переходим к следующему мультфильму. И это у нас «Соник в кино». Какие же мальчишки не любят Соника? Наверное, даже наши папы, когда были маленькие, фанатели от этого синего ежа. Еще бы, ведь он такой классный, а теперь мультик можно про него посмотреть. Я Соник, маленький синий сгусток суперэнергии в запредельно красивой упаковке. И чтобы спасти свою планету, мне пришлось отправиться на вашу. Наш давний друг ярко-синий еж Соник вместе с новым человеческим лучшим другом Томом Вачовски знакомится с жизнью на Земле. Также он противостоит злодейскому доктору-работнику, который хочет взять в плен Соника и использовать в своих коварных целях. С помощью безграничной суперсилы ежа завоевать мировое господство. В этом моя сила. Здесь, между прочим, нет поворота налево. И я использую ее, чтобы защищать своих друзей. Спорим, ты этого не ожидал? Да-да-да. Дай знак, если захочешь продуть мне еще один раунд. А ты тот самый лучший друг Тома, о котором он вечно твердит? И что он в тебе нашел? Фу, не надо, ну хватит, не хочу. Я надеюсь, что у доктора ничего не получится, и как всегда Соник победит злодея. Предлагаю посмотреть этот фильм с родителями, может они тоже свое детство вспомнят. Следующий мультфильм, о котором я хочу вам рассказать, называется «Зов предков». Ой, стоп, это же фильм! Наконец-то на экраны снова стали выходить семейные фильмы. Я такие очень люблю. Юкон – это опасное место. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Я приехал сюда, потому что я хотел быть один. Действие фильма «Зов предков» происходит в годы золотой лихорадки. Он рассказывает нам удивительную историю Бека, дружелюбного пса. Однажды его спокойная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову. Его забрали из дома в Калифорнии и перевезли в холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни. Невероятное приключение. Ты 2 дня уже дрыхнешь в моей постели. Очень интересный фильм. Лично мне трейлер понравился, надеюсь, и вам тоже. Не хочу долго болтать, хочу скорее показать вам самый яркий фильм сегодняшней подборки. And I think to myself. Вы доктор Дулиттл?
И это удивительное путешествие доктора Дулитла. 7 лет назад главный герой, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет закрытый образ жизни. Доктор Дулитл спрятался за высокими стенами своего поместья. Его единственная компания – экзотические животные. Однажды юная королева заболела неизвестной болезнью, и ей на помощь приходит наш главный герой. Он выходит из своего дома и отправляется в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства доктор вступает в схватку с беспощадными врагами, знакомится со странными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Привет, Барри. Привет, ужин. Мы вместе. Часть единого целого. Удивительное путешествие доктора Дулитла. Как вы уже, наверное, заметили, в главной роли снимается Роберт Дауни-младший, тот самый, который играл Железного Человека. Так что представляете, насколько интересный фильм. И вы его прям-таки обязаны посмотреть. Но у меня на этом все. Скоро увидимся. Стоп, снято. Ой, сколько новинок вышло. Это все потому, что карантин. А я думаю, потому что 23 февраля скоро. Кстати, так как я в этот день тебя не увижу, поздравляю тебя. Спасибо, очень мило с твоей стороны. Ребят, вас мы тоже поздравляем с предстоящим праздником. Да-да, и переходим к следующей рубрике. Это у нас 10 фактов. Наши друзья расскажут нам про пиццу. Ой, что-то в животе заурчало. Пицца всегда была одним из блюд бедных людей. Ее готовили из простых продуктов. Она была похожа на лепешку из грубого теста с томатами, маслом и специями. Александр Дюма, побывав в Неаполе, рассказал, что простой итальянский народ в сезон ест одни дыни, а зимой пиццу. Основа из теста прекрасно подходит для создания портрета. Хозяин ресторана в городе Глазго Доменико Кролло создает невероятные картины из пиццы с изображением известных людей. Необычный проект получил название «Пицца Кутюр». Для изготовления используют моцареллу и томатный соус. На уникальных пиццах можно увидеть певцов, спортсменов, модельеров и даже политиков. Парфюмерный бренд «Димитер» предлагает своим покупателям духи с нестандартными запахами, среди которых солнечные лучи, весенний дождь и, конечно, пицца. Парфюм под названием «Пицца Деметер Франграсс» напоминает своим ароматом томат и пряности. Понятие «пицца» очень старое. Оно произошло от латинского «питта». Образовано от пинцери, что значит толочь, и упоминается еще за 1000 лет до нашей эры. Само название пиццы стало употребляться где-то в 10 столетии, хотя пиццу ели в Древней Греции и Риме еще до нашей эры. Первая в истории пиццерия появилась в Неаполе в 18 веке. Называлась она «Антика Порт Альба». Сначала в меню было всего лишь 2 сорта – маргарита и маринара. Сейчас ассортимент включает в себя порядка 30 разновидностей пиццы, а также множество других национальных блюд. Несомненно, пицца родом из Италии. Однако не во всех странах любят ее классический рецепт, поэтому есть множество вариантов приготовления. Например, бразильцы добавляют пиццу, горошек и бобы, а французы готовят ее с яйцами. В Китае совсем не оставляют краев из теста, заполняя всю поверхность начинкой. А вы знаете, что такое кальцони? Это та же самая пицца, только закрытая. Проще говоря, это известный всем пирог. Начинка кальцони, так же как и пиццы, может быть приготовлена на любой вкус.
пицца широко обсуждается в современной культуре, как одно из известнейших и популярных блюд. В Филадельфии даже появился музей пиццы, он же ресторан «Пицца Брайан». По мнению диетологов, итальянская кухня стоит на втором месте по количеству вредных жиров. Но несмотря на это, можно готовить пиццу, которая не навредит здоровью. Для этого достаточно не использовать дрожжи, а калорийные начинки заменить овощами. А вы знали, что есть даже автомат для изготовления пиццы? Пиццемат Let's Pizza. Он готовит это блюдо из предварительно подготовленных продуктов. Наблюдать за приготовлением можно через стеклянное окошко, а весь процесс занимает не более 3 минут. Нельзя снимать рубрики про еду, сразу кушать хочется. Так надо было перед съемкой поесть, что ж ты так? Хотя я бы тоже сейчас от кусочка пиццы не отказалась. Наверное, не существует людей, кто не любит это блюдо. Вроде бы простое, но очень вкусное. Ё-моё, сам сначала сказал, что нельзя снимать про еду, а теперь еще и тему развиваешь. Окей, все, понял. Давай смотреть дальше. Погружаемся в виртуальную реальность. Осторожно, погружение глубоководное. Запаситесь воздухом, если акваланг дома не завалялся. Всем привет! Добро пожаловать в мир компьютерных игр, самый увлекательный и фантастический. В мир, в котором мы можем творить все, что нашей душе угодно. Правда, в рамках того, что нам предлагают разработчики. И сегодня я хотел бы вас познакомить с еще одной нереальной вселенной. С игрой под названием Ori and the Blind Forest, или же Ori и непроглядный лес. Эта игра далеко не новая, но очень интересная. Она разработана студией Moon Studios и вышла в свет в 2015 году. Главный герой – сказочное белое существо по имени Ори. И вы им управляете. У вас есть защитник, некий дух Сейн. Он везде следует за вами, и с его помощью вы можете атаковать врагов. Сам же Ори изначально умеет только прыгать. Но в процессе игры он сможет научиться карабкаться по стенам, нырять, парить в воздухе, совершать двойные тройные прыжки, использовать энергию, чтобы стрелять с собой или отталкивать предметы или врагов. Звучит уже интересно. Игровая механика очень хорошо проработана. Еще бы, над ней работали целых 1.5 года. У Ори есть показатели здоровья и энергии. Они представлены в виде ячеек. Изначально Ори очень слаб, поэтому имеет всего 3 ячейки здоровья и 1 ячейку энергии. Во время исследования мира вы будете находить дополнительные ячейки для этих показателей. Побеждая врагов и находя очки умения, способности Ори можно будет улучшить. Изначально доступно всего 3 направления развития. Одно из них отвечает за боевые навыки, второе – за совершенствование поиска тайников, а третье – за всяческие вспомогательные способности. Здесь все понятно. Теперь в самом мире. Игровая карта – это разные участки леса Нибель. Она загружается вся и сразу. Вы можете идти, куда вам захочется. Но для того, чтобы попасть в определенные участки леса, вам надо будет открывать умения вашего персонажа. Без них туда пробраться невозможно. В самом начале игры вас выкидывает в игровой мир без каких-либо пояснений о том, что нужно делать. И методом проб и ошибок вам придется искать решение. Отличная головоломка, согласитесь? И лишь после того, как вы найдете своего духа Сейна, вы сможете получить некоторые подсказки. Теперь о сюжете. Я уже говорил, что зона вашей игры – это лес. Так вот, в его центре растет гигантское дерево духов. Однажды во время шторма от дерева оторвался листок. Он упал на землю и превратился в нашего главного героя Ори. Его находит Нару, житель леса. Внешне он похож на медведя и забирает Ори с собой. Ори принимает Нару за свою маму, так как он не знает ничего о том, как он появился на свет. Однажды в этом фантастическом мире происходит катаклизм. Растения перестают цвести и давать плоды, водоемы загрязняются, а лес прорастает непроходимыми колючками. Вследствие этой беды Нару погибает, и Ори отправляется в центр леса к дереву духов. Там дерево делится с Ори своей энергией, после чего погибает. Вот такая захватывающая история. Повлиять на исход события можете лишь вы. Я уверен, что вместе с вашим главным героем Ори у вас получится
справитесь с поставленной миссией. После чего поделитесь своей историей победы с друзьями. Ну а на этом у меня все. Пока-пока! Какой смешной этот Ори, я бы хотела себе такую игрушку. Ой, девчонки, вам бы все только в игрушки да куклы играть. На мой взгляд, эта игра дает очень хорошую пищу для мозга. Ты не только играешь, но еще и думаешь. В этом смысле ты, конечно, прав. Все должно приносить пользу, в том числе и игры, особенно компьютерные. Вот-вот, ведь родители часто против того, чтобы мы много сидели у компа. Поэтому нужно с умом подходить к выбору. Ничего себе, а ты хитрец, нашел выход из ситуации. А то, как ты там раньше говорила? Могу, умею, практикую. Ой-ой-ой, практикант нашелся. Ладно, давай представим рубрику Ани Харитоновой. Да, тем более ее уже давно анонсировали. Но наконец-то она вышла. Внимание на экран. Всем привет, я Аня Харитонова и я начинающий блогер. Сегодня хочу вам рассказать, как снимать короткие видеоролики и продвигать себя в социальных сетях, таких как Like и TikTok. Они сейчас очень популярны и я уверена, что вы там зарегистрированы. Если вы еще не снимаете видео, то после моей небольшой инструкции 100% начнете. Итак, если вы не знаете, с чего начать, то посмотрите уже существующие видео. Быть может, так вы найдете для себя что-то. Сейчас много танцевальных роликов. Может, вы попробуете сначала, как они? Я всегда считала, что главное начать. Помните, что плагиат – это не для нас. Но если вам все же хочется взять чью-то идею и повторить, то укажите автора или напишите, что задумка не ваша. Так будет честно. Обязательно попросите ваших друзей подписаться на вас. Так вы наберете свою первую аудиторию. Они будут ставить лайки, писать комментарии. А это все лучше, чем ничего. Снимайте качественный и, как говорят, годный контент. Но что это значит? Видео должно быть снято на хорошую камеру, с хорошим освещением, классными эффектами, фильтрами и интересным сюжетом. Но помните, эффекты не должны мешать просмотру. Не надо накладывать их на каждую секунду коротенького видео. Всего должно быть в меру. И последнее, о чем я хочу сказать, это хэштеги. Казалось бы, такая банальная вещь, но большинство людей их не ставят. Добавляйте такие слова, как популярные, рекомендации, тренды. И, конечно, не забывайте ставить наш хэштег «Импульс1016». Так вы обязательно попадете на главную страницу своего любимого приложения. Ну а на этом у меня все. Желаю всем удачных съемок. После совета Фани, наверное, каждый, кто посмотрел программу, станет крутым блогером. Хотелось бы так. Я, кстати, тоже часто снимаю, теперь поняла, что у меня не так получалось. Так что, Аня, спасибо. Уверен, сейчас много кто скажет это слово Ане. А вообще, нам пора прощаться. Как всегда, приглашаем вас в наши социальные сети. Подписывайтесь и ставьте лайки. В студии работали Кирилл Михайлов и Полина Дашкеева. До новых встреч. Пока-пока.